Всем привет! Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Проматывайте на 2-3 минуты вперед, поскольку у нас сейчас будет разминка. Всем желаю приятного просмотра. Видосик. Погнали! Hello, team. А ты играл офис, Женек? Играл, да. Нормальная карта, как думаешь? Не знаю. Hello. Hello, everyone. Тут что делать? Такое ощущение, как будто у противников накручены эти. Тут надо просто сидеть, заложников охранять, все. Просто надо на респе сидеть. А, тут заложники вообще кайф. Очень удобно расположены они. Но только никто бумагу не занял. Ну, слышь, кстати, это тоже кайф. Я же говорю, заложники нормально стоят. Но я бумагу все равно занимать надо, конечно. Давай. Я одного убил? Хорош. Ну тут главное не пикать просто. Да, я... Слева в упоре. Ой, исполняет. Чего надо? Упори поднимались, давай катап. Я же говорю, это карты теров. Просто сидишь, заложников охраняешь, все. Да, главное, просто... дупло не подставляй свою зелену, и все. Можешь откидывать там смоки какие-нибудь, чтобы они не проходили, и все. Вообще, карта чисто АФК, тут можно кушать, сидеть. Как в лесу 20 минут в доте сидишь, вот тут так же. Все, бумагу занял. О, бумагу занял. Ну что ты, где ты хотел бы не трогай? Да ты этот. Это твой смог? Да. Рано кинул. Он уже рассеялся, а типы только прибежали. Что, молит туда дать? Он в упоре вроде. Хороший. Хорош. А ты неплох. Бля, да где там райсер? Один лонг хочет вроде. Я смотрел лонг. Я этот, вот эту херню убил. Я на хит, а смехи. Один в лонгу был, он на шифте. Найс. Обоссались. У тебя, да? Бля, это что за пушка по своему полю, слышишь? Нормально, сейвет. Крокодил у тебя работает. Нет, это не крокодил. Твою мать, я только отвернулся. Лол, тихо. Не нравится, не нравится, не нравится. Я на хит. За лужикой просто стоим, да и да, все. Да, ну, позиционка хорошая, кем я? Идет, да? Где у тебя? Ну, близко. У меня. Заложники очень хорошо стоят, прям. Супер гуд. Победов, победов. Прям нормальный такой.
Хочешь женек зарашить, у тебя респа как раз есть. Не, не хочу, я. У тебя как раз дробаш в упор, идеально. Ну я не знаю, куда запашу. Пойдем вперед. Ну ладно, не успел уже, проебал респа. Я не знаю, плюс. Тут кресло уронил. Наверное, ты тут? Угу. А вы что? Да нет, просто сижу мучу. А, я был, да, в кастейдж. А это у нас два типа. Ёб твою мать, ну. Да я обсосал другой люк. Хороший. Там, да, пятнашку шпили. Уйдут сейчас, геи. Я готов в упоры, понимаю. Нормальник там. Еще справа. Справа. Ой, молодец. Все, сзади ласт. Один в один. Слева, слева в упоре. Офигеть, я не думал, что их три там вообще. Я слышу, ты хаешкой попал, думал, сейчас направо выйду, и там трое стоит. Офигеть. Нас этот типов попустили, мы нормально сыграли. Но сейчас типы АФК вообще стоят, я хуй знаю. А, у меня респа, все, я погнал. Попробую. Тушь у меня нова. Я сейчас буду суету наводить. Я вот так сделал, короче, покажется. А, красный, 5 хп. 5 хп. А ты зря зараж. Да, я, ну я уволил одного. Не, нормально, кстати, зачем, пожалуйста, мне АВП? Вот мне слева не могут же? По идее, нет. Не, нет, там не могут. Не видно вообще. Право ключевое. Ван лоу. Фиолетовый ёбнучер. Клоус, пушинг. Ебать, это бот. Что делать с клоуном? Уже все, зарашили нас, респа. Я цель? Уже тут. Хуй знает, не позволит, мне кажется. Да, Андрей. Один красный. Можешь эмку взять или что у него, и все. Нет. Можешь эмку взять и гоу. Они оба красные были, походу. Это карта вообще не знаю, откуда мог кто выйти. Ну забей, на чили, на расслабоне играй, похуй вообще. Дамир просто не надо было пушить ему еще. Там, хотел что-то новое просто, там просто по респе надо шпилить. Так просто не сидеть, ничего не надо. Не, там съедают с двух сторон. Просто, если рашишь. Да, не ждут нас вначале. Просто. Не, я имею в виду по респе. Не, там тип с читами можешь пилить, кстати. Зеленым, да, скином. Он меня ждал почему-то, хотя на шифте был. Идет. Близко уже. Клоун, клоун. А вы не занимаете так далеко? У меня идут. Давай, лонг. Чел запушил, пошел запушил. Ну, че тут есть? Калёнка. Вот, вот этот вроде. Жень, тебе не надо так далеко стоять, у тебя заложник твой стоит вообще, он на респе у нас. Тебе можно туда и не идти, просто в упоре вот тут принимать. Да, вот я заложник понял, первый и второй там. Да, я понял. Обычно лонг вот тут стоят где-нибудь и все. Да, прям далеко не уходят. Там, по неделу, я могу профессионально играть. Ладно, все надоело, короче, правильно играем. Да ты опять рано кинул. Молчать. Заходить будет. Ебать, там АВП нахуй, там все. Там все нахуй. Ебать. Ну как он умирает? Он хапает. Живи, живи. Только ты нам нужен. Ай, да меня со спины обошли, да. Да.
Ебать, здравствуйте, долбоёб. А я не знаю, я женёк тебе говорю, а ты все равно там стоишь. Хуй знает для чего. Опять ты в лангу стоял. Если ты хочешь правильно играть, то там не надо стоять. Надо вот тут в упоре играть и все. Вот у тебя дырка есть, ты на нее смотришь, все. Жопе, что ли? А там тяжело. Телефон давай. Чел с пулеметом хуярит. Далеко там, давай, давай. У вас могут быть, меня закрыли смоком. Это где? Я притворюсь, что я кресло, короче. Ласт у меня. А, я его попал, найс. Я его позаберу. Вот и все. Алаш. Чё? Минус 72 ему дал. Сучки ты, проститутки, ты шлюшки. Чё лучше так? Смотри, где играешь. Шойгу, Герасимов, где бы не пасы? Нормально нас три типа пошпилило. Да злом выйдем. А чё все? Он же пасный. Волны, что ли? Ебанашка, сучка. Ебать, еще мне прилетело нахуй. Ебаная попа. У меня смог. Халёна, 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 чё? Минус 70. Пульт. АВП надо? Не, одно есть хоть. Как же я в соло просто вот так вот исполняю, блей! Соло ебу нахуй. Смоки, готовьте просто. Просто готовьте смоки и всё. Чё, Тамир... Ты со мной что-то разогрелся сильно, нет, разогрелся так. Он вообще ебашит. Что? Папа ебаный. Папа Карла нахуй. Да это я продал. Да. Вошел буратин там. Все, пошла жара, смог. Да сука, взорвись нахуй. Ганбум, бля. Бля, вы чё, ёбнутые, что ли? Питя чё тебе сказали? Не, у нас типы. Там типы. Номер живи. Да у меня, придурок, прыгай. Бля, без вариантов, нахуй, долбоёб стоит с иншалавой, ёба. Я за стену спрятался, я ноузумом типа убиваю, вообще случайно перезарежу. А ты там всех пропускаешь. У меня смоки. Бля, ты чё, реально? Ебать ты тупой, нахуй. Я говорю, блядь, каждый раунд, нахуй. У меня смок, могут пройти к вам, блядь. Да мне насрать, я сосредоточен на своем. Блядь, гейб, ебальник, закройся, нахуй. Ну, Герасим. Ну, просто рашит. У меня смог. С вами же. В упоре уже. Да, он. Блять, а вы что думаете? Нет, что ли? На офисе в основном софтеры играли всегда. Ну я только что крутил компьютер. Их запушить, давай запушим. Да гол похуй вообще.
Не дай его просидеть. У нас ебанаты пушат все равно, блин. Смок твою дальше. Куда пушит, блядь, на вашем дроме? Смок! Смок! Здравствуйте. Два мозга на одного. Нормально возить за него, нет, иди. Еще. Что мы там? О, пизда. На ему похуй вообще. Все, сзади ласт. Слева на окнах. Слева, да, да. Но вряд ли на тебя выйдет сейчас. Надо быть конченым кто-нибудь. Вроде да. Ну все, он не свокатывал, да. Если он не свокатывал, я не... Да ему сказали, скорее всего. Не, это последний, это галоши последний, это ботинок. Он не знал бы. Дамир что-то очканул, убежал. Я был рашит дальше там, где лестница. Направо уходить, где окна. Я запустил вообще. А, я понял. Будешь знать. И там shift нажимать потом. Но они ждут все равно, они видят ПВХ-то. Это ВХ-шник. Да они плохо видят, они нас двоих спалили, он сразу за меня вышел. Надо репорт дать. Ты в разве дал. Я еще этот. Кит ему минсельство дал кому. Блин, тут с этими прикольно играть. С дробашами, слышь. Не знаю, дробаш? Никогда не кайфовал. МП-9 какой-нибудь затеров вообще имба. Ну да. Скорострельный. Чисто покайфовать, вот тут сейчас можно взять. Вообще делать нечего. Или твой негив. Вот, у нас типа-то выстрел. Бля. Женек, ты Тускан играл? Нет. Let's go. Ее же релизали давно. Ну вот, если выпадет, поиграешь. Эту легендарную карту. Sweet Fox? Он? Сладкий лисенок. За нас был или какой ник у нашего был? У нашего нет, другой. Там 4 буквы. Бесу, бесу. S-K-A-M. Ты знаешь эти 4 буквы, мэн? Какие буквы у него? S-K-A-M. Дамир, какие у него буквы были? Так, тихо, у меня радиоволна Гейб Нью. Друг вернулся, о, Гоку. Из Наруто, что ли? Плохо работает радио твое. Ебать, я в блайнде, мне инста эту флешку въебало дали. Я маму ебало. Шлюхи. Уебок. Еще. Сын, суки, блять. Нет, рабаши имба. АВП там два. Друзья, тебя видно, скорее всего. Да, думаешь? Конечно, у тебя хуёвый угол. Хорошо, как у такой ближе, чтобы не палиться. Чтобы не палиться, прям закрыться надо. Блин, ну вот это читаемо просто. Я цветок. Ну ты можешь периодически так смотреть. И душ, панцесс. Мин, цветок. Коп. Ты с Дамиром остался. Охереть, тип просто бежит. Он же тебя контролит. Да, он еще контролит. Он еще изначально тебя контролил уже. Ебать ты, конечно. Разворачиваться лучше в сторону вообще не надо. Блин, я вообще не понимаю эту карту, вообще просто. Я по троим типам, что ли, попал одной хаешкой? Нихера себе. Бля, там Мавик, ну похуй, гол с мухой побегает. Бля, я мираж хочу. Я такую тактику выучил, охуительно. Я такую тактику там офигенную взял. С СГ Сити хуярить, просто кайф.
Сука, фиолетовый сидит. Чему? Реально гнида. Ну еще, конечно, приди. И шаг, сука, тупой. Я ж, блядь, просто так брал. Да. Ёбаный скаут, блядь. Скорее, выйди достаточно. Попал вроде. Ты какой... А, понятно. Да, вот, вот, вот. Блядь, чел сидит в моего... Его с калаша перестреливают. Сука, ебанат. У заложника один уже. Флешка. Вовремя. Там уже видно мой, да? Все, другого заложника. Беги, беги вперед, Женек, быстрее. Ебаный урод. Налево, налево, беги прямо. Прямо налево. Да все, пизда, проебали, короче. Я не знаю, я говорю, прямо ты бежишь направо. Вот, сюда они должны довести до заложников. С другой стороны. Женек, останься тут. Вот линия, видишь, красная. Оттуда он не выйдет. Отсюда ты только зайдешь. Женек, иди назад. Вот тут стой. Да. Я понял, хорошо, так. Если он за линией. Ну все, он там уже. Пизда. Надо было тебе изначально бежать прямо. Ну он не знает карту, ладно. Да я знаю. У нас тип скар взял. Да у нас тип с ВП стоял, обоссали с калаша. Да потому что у нас бездарь со мной стоял. Мухой своей. Как раз таки этот бездарь убил типа, которого ты убить не смог. Потому что я его не видел, в принципе, я под другим углом стоял. А не знаю, что такой угол взял. Начал стрелять. Не, он тебя видел. Ну пусть сосет член. Уже бумага у тебя. Нет. Улетел. Блять, там АВП. Ебать. Вот. Ебать, ты куда? Где я? Здорово, мужики. Вот смоку. Уверен? Бумаги, наверное. Не умирайте, пожалуйста. Бумаги. Не справа. Ну, блин, иду сейчас. Вообще направо ушел. Смотрите, умрет сейчас тоже. Он тоже умрет, сейчас. Ему инфу говорит просто. Фиолетовый че, лонг смотрит? Да, он смотрит лонг. Странно, как он не умер еще. Да я его тоже что-то не пойму. Бля, башка тешится. Может он тебя обошел уже оттуда? Да, кстати, факт, может быть. Ну, он себя фиолетовый ёбнет и все. Ты за залогу услышишь. Да он тупой, что ли, чтобы залога брать? Он пойдет убивать. Это он был? И стейк хостич. Да. Он все. Одного хватит, одного? Да. Он префом вышел мне туда, прикинь. Ну а чё думаю? А, блядь, он пойдет сюда. Ой, блядь, конечно. Ну он видит же. Да конечно, понятное дело, сын шлюхи просто на шифте прошел, блядь, и все. И панашка, сука. И часы накрутить не проблема. Ну что они в жизни делают, честно? 5000 часов это хуйня полная. Это очень мало. Или ты про чё имеешь в виду? У меня в сумме аккаунтов 10000 часов. Опа. Вот так смог кладешь ему, и он нахуй идет. А мне инста этот дают. Да мне уже хаешки просто ебашат две в ноги. Да пиздец. Тоже знал, что ты пойдешь. Я сам не знал. Ну, тут, наверное, далеко. Там, наверное, далеко, где стекла стоит. Да-да, он вон там, скорее всего. Вроде топал там. Нет. Можем... Нет, мне вроде... Да-да, там.
сдаться зачем? Бля, ебанашка, уйди. Хорош. Не здесь, наверное. А нет, еще один бездарный чмошник. Выйдите, блядь, вас. Найс, кстати, заиграл лучше. Ага, Дамир, 19-12. Нормально шпильш. Что ты говорил? А, это в прошлой катке ты говорил, 2-8. Так. Да. Где были читеры, 100%? Ну да, а тут? А тут 100% софтеры. Так вот тема. Одни на офисах играют, а другие, да, стакаться. Нав ебало. Я случайно. А кому ебальник сломали, Дамиру? Да. Дамир, тебе сколько лет, вот интересно? 16. Не пушили, не пушил. Ничего. В упоре запушил. Разбили что? В упоре зарашил. Че за хуйня, он убежал, что ли, дурак, блядь? Че такое? Ну нахуй. Это че такое? Видите эту хуйню? Да, блядь, я ж тебе в голову стрелял, проститутка ебаная. Я ж тебе хедшот стрелял, сука. Ебать, мне типы откисли просто. Так, Дамир, ты чё? Беги прямо, смотри, чтоб он нас не зарашил, Дамир. Беги сразу там на контейнер залезай. Беги прямо и направо там. Контейнер синий, чтоб он нас не зарашил, смотри. Да-да-да-да-да-да-да-да, вот. Ты вроде проебал. Вот он тут. Он другой. Там вот 20 хп. Бля, с дробовиком, сука. Good morning. Ебать, ебать, экшен, экшен. Come to the PNC, lots of action. Надо с мухой хуярить их префами. Они стоят в дефолтных позициях. Пиццы. Бля, честно говоря, жрать хочу. Ты жрать только и жрешь. Ны. Ну зачем же херачили отцепь меня? А киты зачем это? Заложников быстрее, да. В рот, братья. Вас пушить нож. Я понял, никто не пошел оттуда. Да ладно, я слыхал, не вижу его. Зарашить может вас. Всё. А кто там горит? Это наш. Чё, блядь, как я его не убил? Я думал, сейчас мы кинемся. У тебя. Выйди. Блин, ёб твою мать. Слева. Я вас не пацаны, дай ему голову. Против бегом на тебя выйдет. Блин, я душу. Может один? О, там на бани хопе чел хуярит. Ты не сдашься никак, пока у тебя чел не ливнул. Да. Дигирибау! Тут мужики на тестостероне тебя могут зашейвить. Что ж, пошла тяжелая артиллерия. Погнали. Ой, ебать, там чел уже. Присел. Посрать, блядь. 48 у одного там. Этот женек хуярит. Вот это поставили тебя. Так, один АВП вот тут был. Main hall. Его не выйдет. Да он выйдет сейчас. Одному вас разберет. А, блядь, справа уже. Да, бля, вот типа бегут нахуй, как бараны ебаные с одной стороны. Надо с двух играть. О,
можешь ему наушники хеб купить для начала. Там уже сзади, блядь. Бля, мне респу ебанскую дают. Че, блядь, за бред? О, ну хотя бы туда пойду, наконец. Наконец-то. А они бандитцы от вышек? Не знаю. Прошекнул, опа. Первым заключен на ней. Они окна, реально. Где? Пинида пушистый. Где? Дай. Помоги, ну клоуна. Я вообще карту не понимаю. Инста сможем дать сюда. Я за атаку вообще, за защиту вообще-то сраную. Тут сложнее играть за защиту. Серьезно? Я когда играл стабильно Лотис, пытался повысить на нем ранг. За теров мы обычно брали, бывало, 15 раундов в ряд просто. Правильно играю, и все. Карта такая, рофильная. О, кому ты говоришь? Выйди с кота. У нас оттуда опять никто не пошел. Я хэдшот походал кому-то. Попал. Там АВП все у них походу. Один красный, у оранжевого. Это карта АВП, блять. АВП Лего ебаный. Он далеко стоит, Жень, справа там. Попал. Попал еще раз. Два раз попал. Не выйдет, не хочет, ладно. Да он на шифте налево перешел. Со скином гандона. Там два красных. Еще красный. Става П. Не, они оба были, Женек, тут. Ну я пойду тогда оттуда, значит. Один бумага. На, блядь. Чисто бочину. Придурки вообще стоят. Один бочин. А, все, ласт раунд. Где может быть? Да, интересно, конечно. Да, хорошая ж карта. Ну, сосать тут самое то. Мне понравилось. Особенно, когда типы еще 7-19, 8-20 шпилят, нормально. Что там за звание? Опять стаки? А, за нас 3 звезды и 4 звезды за нас. Против нас 4 глобала и суприм. Это нормальный подбор? Я в ахуе просто. Что, блядь, с контроль?